24 мая в стенах Раменской школы номер 35 «Вектор успеха» состоялась третья ежегодная церемония награждения участников и победителей премии «Честь и достоинство». На премию номинируются лучшие ученики, которые проявили себя в разных направлениях деятельности. Школьники должны были предоставить портфолио со своими достижениями за учебный год. На основе этих свершений комиссия выбирала лучшего в каждой номинации. Победителей объявляли почетные гости. Здесь, в этом зале, сегодня собрались лучшие из лучших, элита школы номер 35. И, конечно же, замечательная традиция, которая здесь родилась, в 35-й школе, которая поддержана всеми участниками образовательного процесса. Это традиция очень правильная, уникальная по-своему, когда итоги года проводятся именно так, очень торжественно, с большим вниманием к заслугам детским, школьным и с большим вниманием к заслугам взрослых педагогов. Гордостью школы по итогам 23-24 учебного года объявляется Рогова София, 9-й F-класс. Тяну паузу до последнего. Косинова Полина, 8-й L-класс! Я хочу сказать всем огромное спасибо. Это мой первый год в школе. Все учителя, все ученики действительно очень добрые, а учителя очень-очень помогают в образовательной деятельности. Если бы, огромную благодарность я выражаю Копылову Елене Анатольевне. Если бы не она, у меня вообще бы ничего не получилось. Именно она самая первая разглядела во мне потенциал. Спасибо большое. В номинации «Творческие звезды» победу одержала Таисия Проц из 8-го L-класса. Я очень рада выиграть второй год подряд в разных номинациях. В прошлом году это был лидер, в этом году это творческие звезды. Мне очень почетно стоять сейчас здесь. Я хочу поблагодарить всю школу, всех учителей, которые меня подвели к этой награде. Особенно Копылову Елене Анатольевне, Нефедовой Анастасии Александровне, которая сегодня присутствует здесь в зале. Также моим друзьям и, конечно же, моей семье, моим родителям, которые тоже здесь присутствуют. Я очень рада и благодарна всем. Дмитрий Пролевеску из 7-го Т-класса стал победителем в номинации «Лидер». Я очень рад, что я победил в номинации «Лидер». И я в первую очередь хочу выразить огромную благодарность своим родителям. Также хочу выразить благодарность Гончаренко Юлии Геннадьевне и Шмелевой Елене Николаевне и всем учителям, которые были со мной рядом. Всем спасибо. Премия «Честь и достоинство» стала символом успеха и достижений многих учеников и преподавателей. Мотивация достигать новых высот растет с каждым годом. Я рада тому, что номинации школы при подведении итогов года учтены не только достижения детей, но и в том числе достижения учителей, педагогов и достижения родителей. Всех поздравляю с окончанием учебного года. Всем удачи!